Первое – это платье из фактурного бархата, глубокого бордового цвета. Невероятно приятная на ощупь и к телу ткань. В нем очень комфортно, оно не сковывает движений. Линия декольте проходит изящной галочкой по груди. Я сама рисую эти линии, каждый миллиметр. Декольте переходит в фигурные широкие лямочки, которые заходят немножко на плечики и закрывают подмышку. Я знаю, что для девочек это важно. И, кстати, на спинке тоже очень красивый вырез. Силуэт платья точно по фигурке и плавно расширяется к низу. Есть небольшой шлейф. Я считаю, что он обязательно нужен. Всегда объясняю девочкам, как он влияет на силуэт. И учу правильно ходить в таких платьях. Ткань достаточно мягкая, но низ платья очень хорошо держит форму, что придает платью дополнительное расширение и создает идеальный силуэт. Далее я украсила тонким пояском из натуральной кожи с тремя моими фирменными цветочками. В центре каждого цветочка стразики Сваровски, такого же глубокого цвета. Поясок идеально дополняет силуэт и аккуратно подчеркивает талию. С ним платье выглядит еще роскошней. Но на этом я не остановилась и сделала еще украшение на шею, тоже из кожи и с одним цветочком. Мне очень нравится, как оно смотрится на теле, устремляясь своими кончиками в центр груди. И еще образ дополняет маленькие аккуратные сережки, тоже из натуральной кожи. Все эти украшения сделаны руками мастера, то есть мной. Я очень довольна результатом. Ой, еще, я чуть не забыла, еще один шедевр к этому платью. Это маленькая сумочка. Я прям видела ее к этому образу и тоже воплотила в реальность. Из той же кожи, с такими же выпуклыми цветочками. Она идеально вписывается в этот комплект. Я в восторге от того, как получилось. Очень изысканный, дорогой образ.